Пока Лилушка мирно спит в своем террариуме, не подозревая о том, что скоро мы будем их кормить, Клепка уже несколько часов суетится, пытается вылезти, потому что она чувствует вот в том ведре крысята, которые сегодня у них на ужин. Я открыла крышку сейчас посмотреть, что она будет дальше делать, и она очень уверена направляется в ту сторону. Она чувствует их, и она очень голодна. Всем привет! Всем привет! И вот прошел месяц, и сегодня у нас будет очередное взвешивание, и измерение змеек, и заодно мы их покормим. Первое на измерении у нас будет Лилушка, вот она уже на позиции. Лилу у нас тоже, у нее помутнели на днях глаза, это буквально вчера произошло, и она тоже скоро будет линять. Такими темпами она уже скоро догонит и нашу Клепку. Скорее всего, следующая линька уже будет у них проходить совместно. У Клепки мы немножко изменим условия линьки, потому что не получается у нее полинять нормально, полностью. И чуть-чуть мы поэкспериментируем. Вот Лилушка наша уже на позиции. Таким вот образом мы меряем наших змеек. Пускаем их просто по краю дивана, спинки. Они ползут и выпрямляются. Змейки, да, стараются чем-то своим телом касаться каких-то поверхностей. Вот она сейчас, мы ее просто разбудили, она еще только в сонном состоянии. Но надеемся, что все-таки она проснется и поползет уже, и даст нам ее измерить. Пока Лилушка наша вредничает немного, не удается нам ее разместить, но сейчас все равно все получится. Она и в прошлый раз у нас немножко вредничала, не хотела вытягиваться. Она всегда вредничает. Да, ну посмотрим. Кстати, Лилушка у нас стала более спокойной. Вообще не шипит последний месяц, последнее время. Все-таки, наверное, подпривыкла уже к нам. Если вы хотите, чтобы змеи были у вас ручные, все-таки стоит их брать почаще на руки, чтобы они по вам ползали, привыкали. Так, ну что ж, вот наша Лилушка вроде бы все-таки выпрямляется, и сейчас мы ее замерим. Давай, наготове. Подскакивай. Давай. Уже. 72. Ну что, замерили мы ее кое-как, она не ползет практически. Забирай ее. Сейчас она в линьке, вот видно, глаза у нее совсем синие, она ничего не видит. И в таком состоянии со змеей надо обходиться крайне осторожно. Вот сейчас даже не стоит ее лишний раз тревожить, брать на руки. Но напоминаем то, что до самой линьки у нее глаза мутные дня 3 где-то. И потом дня 4 до самой линьки. После того, как глаза посветлели, еще проходит 4 дня. То есть, если мы ее сегодня покормим, у нас есть где-то в запасе 5 дней. 5 дней как раз после кормления змейку лучше также не тревожить. И 5 дней ей как раз будет на отдых. То есть, она будет спокойно переваривать пищу. Так, замерили. И сейчас замерим Клепку, а потом уже... Точнее, померим длину, а потом уже взвесим их. 71, напомню, в прошлом видео, месяц назад, 22 марта, змейкам нашим было полгода, и... Лилушка была 61 сантиметр. Она прибавила за месяц, получается, 10 сантиметров, правильно? 11. 11 даже, да, 72 сейчас. А Клепка была 71 сантиметр. Да. Но Клепка прибавила, мне кажется, еще больше. Сейчас узнаем, потому что она действительно подросла. Вот она, наша Клепочка. Сейчас мы ее посадим на место, на позицию. Стартую. Ого, на боевую позицию. Ух ты, какая стойка. Смотрите, это кобра. Как кобра. Красотка. И сейчас
Клёпка, кстати, сегодня активничала очень сильно, она уже очень хочет кушать. В прошлом видео Клёпа побыстрее нам дала себе померить, длину измерить, и надеемся, что сегодня она также не будет капризничать, и сейчас все-таки мы ее быстренько померяем. Итак, Клёпка выпрямляется, она уже практически не попадает в кадр, придется чуть-чуть даже отдалить. Вот такой у нас паровозик, и сейчас также замерим и нашу Клёпку. Ай-яй-яй, стоп. Клёпа. Вот, поползла потихонечку, и сейчас мы будем измерять. Давай аккуратно. И сколько получается? 81. 81 сантиметр. Ровно на 10 сантиметров. Прибавила в длине. Да, вот она, красотка наша, ползет. Ровно 10 сантиметров. Змеи прибавили в этом месяце больше, чем в прошлых, потому что в прошлых они прибавляли 5-6 сантиметров разные, по-разному. А за этот месяц Лилу 11 сантиметров, Клёпка 10. Она, посмотрите, какая уже большая, если уже не помещается в кадр. Угу. Вот такой простой способ померить змею. На все про все у нас ушло 10. Там около 15 минут. Пришлось повозиться с Лилушкой. А сейчас мы взвесим наших змеек. Первую мы взвесим Лилушку. Напомню, в прошлый раз она весила 132 грамма. Усаживаем аккуратно. Еще раз говорю, если змея в линьке, у нее мутные глаза, она плохо видит, она может проявлять агрессию. Ну, агрессию в смысле... защищаться. Аккуратненько кладем змею в чашу. И сколько у нас получается? 220. Сколько она прибавила? 200. Почти 100 грамм. Да, очень неплохо наши змеи начали прибавлять. И как раз таки именно после полугода. Взвешиваем их на, так скажем, голодный желудок. Они не ели ровно неделю, 7 дней. Вот так. И осталась у нас Клёпка. А Клёпка, напомню, была... Клёпка, напомню, весила 171 грамм. Чтобы удобно было змею взвешивать, вы ее можете немножко свернуть в клубочек. Вот таким образом, да, чуть-чуть ее запутать, так сказать. И получается 250 грамм Клёпка. Была 171. Была 171. 80 грамм прибавляет. Тоже очень неплохо. Очень, да. Учитывая, что она так прокакалась хорошо недавно. Да. Вот такая змейка полугодовалая, какает уже как кот взрослый. Но плюсы в том, что... Держи. Плюсы в том, что она делает это раз в две недели приблизительно. А не как кот 5 раз в день. Что ж, осталось нам покормить змеек. И напоминаю, если вы смотрите это видео, вы, наверное, прочитали наше сообщение, которое было в начале видео, про то, как мы относимся к кормлению. И напоминаю еще раз, мы никакие не садисты, не живодеры, но чуть-чуть сейчас начнем кормить, и я расскажу, почему мы все-таки кормим иногда и даем живой кормовой объект. Лилушка уже в кокос не помещается, в таком она состоянии сидит. Мы ее сейчас побеспокоили. И она... наверное, сейчас будет вылазить оттуда. Находилась она в кокосе наполовинку. И сейчас мы будем кормить их. Почему кормим иногда их? Почему мы их кормим иногда живым кормовым объектом? Ну, все просто, потому что все-таки при разморозке теряется часть микроэлементов. Вот показала Лилушка свою мордочку. Еще один такой момент, если при разморозке пропустить тот момент, когда мышка-крыска уже полностью разморозится, и оставить ее еще на некоторое время, очень быстро начинают развиваться какие-то патогенные бактерии, что очень вредно для змейки. Да, также если вы кормите разморозкой, это тем говорю, кто собирается только покупать, заводить, он Клёпка тоже высунула мордочку, заводить удавов. Если кормите разморозкой, оставляете на ночь, то за ночь змея не поела ваша, надо выкидывать его, потому что повторная заморозка невозможна. Повторно замораживать кормовой объект нельзя. Вот так. Также кормить стоит, следить за тем, чтобы шерсть кормового объекта была не
влажная, то есть вот этот момент, потому что... Да, влажная. Если шерсть будет влажной, то змея может ее просто срыгнуть. Но это все индивидуально. Индивидуально, да. Но для как раз-таки удавов, маленьких удавов, вот это срыгивание крайне нежелательно. Да, слабенький желудок. Да, также не кормите слишком большим кормовым объектом и не давайте слишком много удаву корма. Удавы подвержены еще и ожирению. Первое самое – это нарушение функции размножения. Ожирение, в первую очередь, да, оно плохо влияет на беременных животных, беременных змей. И плохо вот как раз-таки, если вы будете собираться разводить змей, то за этим нужно моментом следить. Вот так. Пожалуй, стоит уже приступить. Да, и сейчас мы дадим крысят нашим змейкам и покажем, как они охотятся. И сейчас посмотрим. Опа, смотри, куда. Крысенок у нас пытается устроить побег. Клёпа была очень голодная. Я думаю, что она... А, она сейчас быстро, да, задушила. Она ж не видит. Лелушка тоже быстренько из дома ретируется. Он её не укусил там? Нет, все нормально. Кстати, советуем, если кормите... Ух ты. Вот это дерзко. Да, дерзко. В дом к Лелухе еще никто не забирался, только мертвая мышка. Если кормите, некоторые люди, террариумисты опытные, советуют подтачивать или зубы, или все-таки зубы крысятам, если кормите их живыми крысятами. Да, особенно взрослые крысы, они опасны для змей. Лелуш, давай, вот он, корм перед носом. Не видит она, да, совершенно. Ты замучила. Клёпа, он уже отцепляется от крысенка и сейчас будет приступать к его поеданию. Кстати, они стали душить уже гораздо быстрее крысят. Клёпа уже начинает заглатывать. Раньше на это требовалось гораздо больше времени, ну, минут по 10. А сейчас им требуется вот буквально 2 минуты и все, и как бы уже начинает есть. Давай попробуем еще раз подсадить крысенка к Лелухе. Ну что, может быть, сейчас Лелуха одумается. По-моему, сейчас сам на штатив прыгнет. Нет, она что-то совсем... Ну что ж, Лелушка наша совсем отказалась есть, не стали мы ее мучить. Если змея сразу не бросается, потому что неделю мы их не кормили, они, в принципе, голодны тоже, если она не проявляет никакой активности, не надо ее заставлять есть, она есть, скорее всего, не будет. Это связано как раз таки с моментом линьки. И, ну, не захотела есть, значит, предложим ей после линьки, уже дадим отлинять спокойно. Тут, как бы, заставлять, я еще раз повторюсь, не стоит. Что делать в этом случае? У нас остался живой крысенок, и вот мы его дали Клёпе, она его быстренько задушила. И сейчас мы его просто заберем и заморозим, а потом уже отдадим тогда Лелухе. После линьки. Я как-то пыталась, ну, хотела укусить, я мышь у меня забирала, вот так вот ее раскручиваю. Она чувствует мышь, открывает рот на мой палец, и потом чувствует мой запах, и уже все, и не стала кусать. Вот таким образом отобрали мы мышку, крысенка нашу, просто подняли за хвост аккуратно. Тут смотрите внимательно, потому что змея находится, все-таки, когда она находится, у нее поведение меняется, она может и перепутать. Вполне бросится схватить вас за палец. И не нужно ее винить за это. Да, может нечаянно схватить у вас. И не стоит, конечно же, винить ее в этом, потому что в этом случае уже вы виноваты в том, что не проявили какой-то аккуратности при вот этом процессе, скажем так. Что ж, все, Клёпа поела, Лилу оставляем в покое долинять, и уже потом кормим их обоих нашими замороженными крысятами. Лелушке достанем вот этот крысенок, чуть побольше он будет, а Клёпка поест, и все, в принципе, да. Расскажу еще по кормлению, как кормить молодых удавчиков, совсем маленьких, кормят голышами крысят или мышатами. Я кормил свою голышами Лелушку вначале. Клёпка кушала мышат. Как переводили мы Клёпку, кстати, с мышек на крысок. Можете посмотреть видео, мы добавим в описание ссылочку. И будет буковка И сверху, в правом углу.
переводить ее в любом случае нужно, если вы начали кормить мышатами, потому что, ну, две мышки пачками вы все равно закидывать неудобно. Удобнее, конечно, дать крысенка. Одного, потом побольше увеличить, таким образом, кормовой объем. Кормят первый год примерно, да, примерно первый год, но это надо смотреть, опять же, уже по змее, по самой, но первый год в основном вот кормят один раз в неделю. Раз в 6 дней, раз в 7 дней. Потом уже, конечно, меньше. К году ближе, там уже раз в 7 дней. Раз в 10-14. Да, после года начинают плавно переводится змея на кормление в 10 дней. Промежуток увеличивается. До года у змеи самый активный рост. Вот сейчас, как мы уже показали в этом видео, вы можете посмотреть то, что змея, если сравните с прошлыми видео, мы каждый месяц взвешиваем их и измеряем длину, то что именно вот после полугода, 22 марта, змейкам исполнилось полгода, и они прибавляли примерно по 5-6 сантиметров, и в этом месяце они прибавили сразу там 11-10 сантиметров длину, и лелушка прибавила практически половину своего веса, грамм 90, да, там получилось, и клепка грамм 80. Чуть-чуть прихватил крысенок клепку, но ничего там страшного с ней. Она ее быстренько задушила, буквально минуту длилась, там можете увидеть след. Да, в районе головы, где полоска. Да. И в этом случае как раз-таки советуют, если кормите живыми крысятами, срезать у них клыки, подтачивать. Также кормят змей не только крысами. Можно давать и птицу, то есть кур, перепелок, и кормят еще кроликом. Грызуны, птицы, да, в основном. Если кормите, например, только крысами, можно давать также змеям еще и мультивитамины. Например, рептосол или таравит, да, по-моему, называется. Можете почитать в интернете. Они есть и в порошке, и в жидком виде, да, в поилку добавлять. Рептосол, он жидкий, такого желтого цвета препарат. И можно давать как раз-таки змейкам. Там целый комплекс, да, витаминов, этих микроэлементов. Можно им давать как раз таки чуть-чуть, раз в год примерно. Оставляем наших змей в покое, да, одну клепку переваривать, крысенка, лелушку линять. Сейчас мы им поменяем воду. Воду, кстати, не забывайте менять, должна быть чистая вода змеек. Вот у нас стоят поилки для змей, можете поставить им еще и контейнер. Они любят, кстати, купаться в контейнерах, могут там и время проводить какое-то. Также люди пишут, то, что они и в туалет ходят, в контейнеры в эти, то, что это довольно-таки удобно, можно вылить просто это все сразу в унитаз, поменять, промыть воду, поставить новую, да и все. Ну что ж, вот так прошло наше сегодняшнее плановое измерение и взвешивание наших змеек, и также кормление. Лелушка есть не стала, и, конечно же, это связано с линькой, глаза у нее мутные совершенно, и настойчиво предлагать в таком случае мы не стали. Не захотела, покормим в следующий раз. И вам не советуем змеям во что бы это ни стало накормить ее, потому что змея, в принципе, может обходиться очень долго без еды. И без сомнений, то, что пролиняв, она как раз-таки проголодается еще сильнее и съест крысенка. Крысенка дали мы клёпе, он его придушил, и мы его заморозили, кинули в морозилку. Клёпка поела, она вот она внизу у нас тут пока обитает. Вот она, наша клёпка, проявляет активность, поела, молодец. И с ней все в порядке также. Забыл сказать. Сейчас покажу. Лелушки мы обратно переставили, точно так же, как и в прошлый раз, поменяли местами домик и поилку. Поилка сейчас находится, можете заметить, даже чуть-чуть подвину на коврике. Таким образом мы повышаем влажность в нашем контейнере, чтобы змея пролиняла хорошо полностью чулком. У клепки, например, проблемы с этим. Сейчас покажу, сниму со штатива, чуть-чуть поснимаю с рук. Покажу еще раз, кто не смотрел, если видео наше предыдущее, вот такой контейнер-садок не покупайте для змей. Сейчас объясню почему. Потому что здесь очень много вентиляции, она
проходит по этому краю, по самой крышке, везде. Единственное, по сторонам здесь нет ничего. Но с задней стороны точно так же. И она, данная конструкция, совершенно не сохраняет влажности. Змея, ее не хватает, особенно во время линьки. Поэтому советуем вообще не заморачиваться, а взять просто обычный пищевой контейнер. Вот такого плана. Он 40 сантиметров длиной. И просто просверлить дырки. Это видео, про это мы уже снимали несколько раз. Здесь, с этой стороны повыше и пониже, чтобы была вентиляция с другого края. И момент линьки мы вот переставляем как раз-таки поилку с водой на коврик, чтобы влажность была высокой. Порядка где-то, она где-то 50-70%, 60% поднимается. И этого змея вполне хватает, чтобы пролинять отлично, полностью. И сейчас мы покажем небольшой фрагмент того, как пролиняла наша клепка. Не выкладывали мы, не записывали это видео отдельно. Не было времени. И решили его включить уже в это сегодняшнее видео. Немного изменили мы условия линьки, так как в прошлый раз она пролиняла, опять же, не полностью. Высыпали из контейнера весь наполнитель для того, чтобы начать змею увлажнять посильнее, опрыскивать ее. Также переставили поилку на коврик, чтобы повысить влажность, чтобы в террариуме влажность была выше. И опрыскивали мы змею два раза в день. Два раза в день опрыскивали достаточно сильно. Влажность повышалась на какой-то момент, но потом она опять... Но самая проблема в том, что она быстро падала. Влажность была порядка 30%, но это все-таки маловато. Нужно во время линьки поддерживать влажность 60%. И как видите из этого небольшого видео, в этот раз клепка пролиняла опять-таки плохо. Вечером, вот как мы пришли домой, увидели, что клепка полиняла кусками. Мы ее увлажнили еще посильнее, отмочили. И потом пришлось, конечно же, вручную снимать эту кожу всю. И на следующую линьку мы все-таки планируем пересадить клёп в другой террариум, в другой контейнер. И воспользоваться тем же методом, как с лилушкой. Просто поставим поилку на коврик и даже увлажнять не будем. Посмотрим, как пройдет линька. Все-таки мы склоняемся к тому, что дело именно в контейнере. Влажность в квартире у нас порядка 30%, и сильно влажность повышать в террариуме не советуем. Этого вполне достаточно, потому что при высокой влажности начинают развиваться микроорганизмы в контейнере, плесень та же самая. Это крайне негативно скажется потом на здоровье ваших питомцев. Мы вообще не опрыскиваем змей до момента линьки. А лилу линяет в принципе без опрыскивания, просто используем вот этот метод с постановкой поилки на коврик, и контейнер всю линьку закрыт. Доливаем единственную воду, приходится доливать ее чаще. Долили воду, закрыли сразу же, и как раз поднимается влажность до 60%. Последние две линьки она линяет полностью чулком, никаких проблем у нее нет с этим, и никаких проблем с линькой у нее нет. С клёпой мы поступим в следующий раз точно так же, пересадим ее в другой контейнер отдельный и проверим уже, как она полиняет. Естественно, запишем это видео. Вот, в принципе, небольшое дополнение по линьке. Следите за влажностью, не поднимайте ее, удав достаточно 30-40%, влажности больше не нужно, чтобы не развивались вот эти вот нежелательные микроорганизмы в контейнере, в частности плесень. И на этом все, будем заканчивать. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на наш канал, следите за нашим опытом содержания змей, крупных змей. И у нас два императорских удава. Они сестрички, им ровно по 7 месяцев на момент выхода этого видео. В наших видео про змей, как мы стараемся поделиться именно нашим опытом содержания, чтобы вы не допускали тех ошибок, которые мы в свое время допускаем с той же линькой.
сегодняшняя ситуация с крысенком, когда он немножко прихватил нашу клепку. И надеемся, что наши видео будут для вас полезны, для тех, кто решил все-таки завести в качестве домашнего питомца именно удава. И на этом все. Всем пока!